Блин, мне теперь хочется пройти Ведьмака на все плохие концовки. Вот все, что есть, делать все максимально плохо. Чтобы все умерли, у всех были одни несчастья. И ни одного хорошего выбора не сделать за всю игру. Не заниматься этой. Ой, обязательно барона и жену пожалею, они такие хорошие персонажи. Ой, ты что, с Цири в снежки не поиграл? Ты знаешь, что если ты не сделаешь два правильных выбора, то будет плохая концовка. Прям ебануть все четыре плохих варианта с Цири, чтобы ничего хорошего не было. Ты кого поставил? Ты не помог в решении их проблем на скеллиге, ты все плохо сделал. Прям вообще, типа, когда расследование будет у Анкрайта, просто сказать, да мне похуй, я пошел, мне свои дела. И Родовиду помочь, сдать ему всех чародеек, на зло, блядь, чату просто.